Непонятно, что это мое место. Боже мой. И об этом, я вам говорю, об этом заявлю в суде. Давайте, Масик, давайте. Только не нервничайте, а то я вам подарю валерьяночку. Главное, чтобы у вас валерьяночка была. Главное, чтобы она у вас была. Потому что это еще не конец. Относительно для вас. Ростислав, выключите. Оно выключено? Понятно? Ростислав, уберите регистратор. Оно выключено? Знаете что? Я ничего не знаю. Вы не будете нам тут рассказывать, что нам убирать, а что не убирать. Выйдите отсюда. Уберите свой телефон, уберите свои вещи. Уберите свои вещи. Выйдите из зала сюда. Надо кричать на меня. Сядьте, вы давите. Выйдите из зала сюда. А что мы хотим, то и снимаем. Это не ваше дело. Я возражаю, это не вашего ума дело. А мы возражаем, чтобы вы вообще тут были. Вас судья выгнал из зала суда в прошлый раз. Вас что выгнали из зала суда. Убирайтесь из зала суда. Тут вам не место. Непонятно? Вы журналист или кто? Журналист. Или вы представитель? Журналист. Я против того, чтобы вы меня значит, снимали. Объясняю. Парашкуджание в деятельности журналиста. Вы втручаетесь в деятельность захисти. Все, я с вами не разговариваю. Все. Так выключите регистратор. Я ничего не выключал и не выключал. Мы ничего не будем выключать. Вы давите на меня. Ноль. Вы на меня. Ой, чтобы только не задавите. Давите. Давите, давите. Я об этом заявлю. Не, а я заявлю о том, что вы на меня давите. Хорошо. И угрожаете мне. Хорошо. Постоянно. Хорошо. Постоянно уже. Не первый раз. Как всегда вы врете. На вас у судью Сальникова уже написали в Генпрокуратуру. Конкретно на вас напишу. Хорошо. Конкретно на вас напишу заявление в Генеральную прокуратуру. Напишите. Вы на меня давите. Только и можете вы что писать. Вы мне угрожаете. Ваши люди били меня в подъезде. Конкретно, возможно, и по вашему даже заказу. Не надо брать на меня, сядьте. Вы не будете мне указывать, что мне делать. Я вам говорю, не надо предпринимать попыток меня запугивать. Не надо предпринимать попытки меня запугивать. Вы меня не запугаете. Ваши люди, как я предполагаю, уже били меня, чуть не убили. Такие, как вы, мордовороты. Хорошо. Примерно, кстати, вашего телосложения. Это угроза с моей стороны. Вашего телосложения. Меня били люди вашего. Вы угрожаете мне. Я считаю, что это вас, возможно, были даже вы. Вы мне угрожаете? Я думаю, что это вы. Вы мне угрожаете? Я попрошу следователя допросить вас. Я вас спрашиваю. Потому что вы настолько агрессивны, что я думаю, что, возможно, в подъезде меня били даже вы. Вы очень похожи на фоторобот. Вы меня угрожаете? На фоторобот вы похожи. Вы меня угрожаете? Мы заставили фоторобот. Вы очень похожи на того человека, который бил меня в подъезде. Я вас спрашиваю. Возможно, это были вы. Возможно, этим человеком, который бил меня в подъезде, были вы. Вы очень похожи на него. Я завтра поеду к следователю и напишу заявление с просьбой провести следственный эксперимент. В главной роли будете вы, потому что вы реально похожи на того человека, который меня бил. Вы меня угрожаете? Вы давите на меня? Вы поняли, что я сказала? Вы давите на меня? Я вас спрашиваю. Давите? Кто же на вас давит? На вас надавит. Уважаемый, выключите съемку. Да. А ну отойдите, пожалуйста. Э! Это журналист. Это журналист. Что такое? Вот этот молодой человек. Нет, вот этот человек меня хотел бить. Он хотел меня убить. Этот человек нападает. Он меня хотел бить. Мы все журналисты. Он хотел меня бить. И судья разрешил видеофиксацию. Его выгнали в прошлый раз из зала суда. Выведите этого человека. Его в прошлый раз вывели из зала суда. Если мне не дать вам эту указилку выдали, то стойте. Постойте тут, вот потому что он на меня нападает. Стойте. Вот я заявляю при свидетеля, что этот человек на меня орал и даже пытался на меня кидаться. Стойте здесь. Я чего тут все кричат? Стойте здесь, я сказал. Нет, стойте здесь. Вы должны охранять мою безопасность. Он меня хотел кинуться на меня. Попросите, пожалуйста, чтобы это. Я адвокат. Вы за я ничего не знаю. Я журналист. Я вам объясняю. Смотрите, смотрите. Журналист мое право. Я вам объясняю. Смотрите. Судья выйдите из зала суда. Тут вам вообще не место. Судья разрешил. Как вас там? Как вас там? Было. Я вам серьезно говорю. Сальников, Сральников. Как там ваша фамилия? Вышел отсюда. Давайте, давайте пройдем. Вышел отсюда. Тебя судья. Судья выгнал. Судья тебя выгнал. Вышел отсюда. Запретили снимать. Выйдите отсюда. Я прошу вас.
выйдите от меня. Ничего не будет он делать. У вас нет таких полномочий. Вы не имеете права. Не дотрагивайтесь своими руками ни до чего. Все. Посмотрите на этого агрессивного человека. Посмотрите на этого агрессивного человека. Посмотрите на... А чего вы защищаете меня? Я вам вообще скажу, шановный. Я ничего не кажу. Вы зобов'язані защищати громадян України. Ви голосно кричите. Ну так не можна. Я голосно говорю. Це зал судового засідання. Ну і що? Ну, а тут немає ще зараз судового засідання. Велика різниця. Ну, людина ж мовчить. Ви юрист, ви розумієтеся, у процесі все свободне. Віддихаю. Все, тихенько, будь ласка. Віддихаю, все. Йдемо і віддихаємо. А я реально на вас завтра напишу в Генеральную прокуратуру о том, что вы систематически ходите и преследуете меня. Мои адвокаты уже обращались с тем, что Кобра и лично вы преследуете меня. И мы будем с вами разбираться. Я заявляю, лично вы меня преследуете. Лично вы меня преследуете уже неоднократно. И вы очень похожи на того человека, который бил меня в подъезде. Лично вы. У него тоже было такое огромное, некрасивое, здоровое, огроменное лицо, как у вас. И очень вы похожи на того человека, если вам сейчас одеть красную бейсболку, вылитый бандит, понимаете? Очень вы похожи. Поэтому, дорогой друг, завтра с утра я поеду и напишу на вас заявление в Генеральную прокуратуру. Потому что вы систематически преследуете меня и систематически мне угрожаете. Ясно? Да. Вас судья выгнал в прошлый раз. Вы расскажите, что же, как вы инспектор? Судья выгнал вас в прошлый раз. Как вы инспектор, тоже расскажете? Выгнал вас судья в прошлый раз. Я еще расскажу, как я побила пятерых озброенных мордоворотов, типа вас. Так вы же побили. Да, я била пятерых озброенных мордоворотов. И могу побить еще пятерых, а может быть десятерых, а может быть пятнадцатерых. Не, ну подождите. Если вы так боитесь меня, то зачем вы сюда смешная, пришли? Вы смешная, вас не нужно бояться. Вы смешная. А вы? Хорошо. А вы некрасивый. Ну это не ваше волнение. А вы некрасивый. Главное, что вы смешная и комичная. Страшненький. Злобненький, трусливенький и без своих 27 кобровцев ничего не рассует. Абсолютно. Очень жалко, что все в командировке. Вы, дорогой друг, да. будете отвечать перед законом в Генеральной прокуратуре да? Украины. Давите. Давите на здоровье. Послушайте, вас... Только улыбаться сейчас может, вас другого ничего вывели, не может. Вас вывели из зала сюда в прошлый раз? Меня не вывели. Вы трусливо убежали? Меня не вывели. Вы трусливо убежали. Что вы смотрите на своих дружков? Потому что вы смешная. И им приятно смотреть, что вы такая комичная. Вы забавная. Вы честно переигрываете. Это вас не касается. Посмотрим, где вы. Ну вы же ко мне обращаетесь. А знаете, где ваше место? Вот нет, там. Скоро нет. вы его заберете. Это не вашего ума дела, не вашей совести. И ваших дружков. Вот там ну, вот главное, место. И сами не зарекайтесь. И вы скоро там окажетесь, дорогой мой друг. И я приложу эти усилия. И все, кто меня поддерживает, будут... Шановный. Шановный, мы запрещаем, чтобы он снимал. Иди, гет. Ничего страшного. Мы имеем на это право. Ні, ми маємо на це право. І не треба кидатися на громадян України. Я забороняю вам кидатися на громадян України. Я предупреждаю. Судебном процессе будете доказывать все свои претензии. Предупреждать. Я запрещаю вас. Инспектор Кобры Ведьмаца уже предупредил. И суд проиграл. Не запугивайте нас. А вы уже не адвокат, потому что вы столько раз, только что, а вы не угрожаете, Давайте читайте. Заява про злочин, давайте, вперед. Вы не имеете права угрожать. Я слышал. Что вы сейчас от меня хотите? Я слышал. Вы слышал, конечно. А встречание журналиста тоже криминальное ответственность. Я не встречаюсь, я вам говорю, забороняю. А я вам скажу, что я буду здесь сидеть по закону. Генеральный Пожалуйста, прокурор все. Украины завтра утром получит заяву от меня лично на вас и будет разбираться. Вам понятно, товарищ адвокат? Вам понятно? Генеральный прокурор Украины с вами будет разбираться. Нет, пускай скажут, тогда нам выйти. Мы выйдем, подождите. Почему у нас давление? Подождите.
подождите, подождите. Почему на меня как на адвоката? Подождите, вы свидетель, да, если вы не слушаете все. Я адвокат. Свидетеля. Послушайте помощницу суда. Помощник, подождите. Я судья, пускай скажет. Вот, говорит помощница суда. Сейчас, Наталья, вас выгнали в прошлый раз, выйдите отсюда. Вам судья сказал встать и выйти, вы встали и вышли. Зачем этот конфликт? Вы же свидетель. Встаньте и выйдите отсюда. Не вы свидетель, вас пригласят, вас, вас пригласят. Вы руководите. Да я не руковожу, просто вы конфликт начинаете делать. Кто свидетель? Вот, их не адвокат. Нет, мы будем снимать. Дальше. Я вас тоже попрошу назвать ответчиком. Так, я заявляю, что вот этот человек конкретно нарушает этику адвоката. Конкретно вот этот человек, он на меня давит. Я снимаю себя, имею право. Не имеете права подходить ко мне и трогать меня руками. Не имеете права защищать адвоката, который защищает Кобру. Обязаны защищать меня, гражданина Украины. Рассказываю, конкретно фиксирую факт. Вот этот человек, защитник свидетеля, пришел в зал суда и еще до начала зала заседания судебного давит на меня. И я обращаюсь непосредственно к генеральному прокурору Украины с просьбой защитить меня от вот этих людей. Конкретно вот от этих людей. Я конкретно прошу защитить меня от вот этих людей. Помощник, помощник судьи попросил удалиться этих людей из зала суда. Вот этих людей. И я еще раз обращаюсь. И я еще Спасибо. Ты пропускал, я не объясняю, потому что драпочка за конфликт не потребна. Спасибо. Просто я им поясню, кажу, выйдите, вы ж свідки. Не почались ці якісь припяти. Якби вони не зайшли з собою нормально. Пока російська, Наталя, Ростислав, ось з якої сторони. Как удобнее російська? Да, Рось, як можна за Рось? Вона російська сьогодні, Рось, давай. Наталя з той сторони, як завжди, а ти можеш либо рядом з ним, що потім. Якась подробна.